Смотрите, какая у нас красота возле дома. Вот. Потом еще вот тут вот. То есть вот выходишь из подъезда, и вот такая красотища. Вот здесь вот еще вот такие же цветочки. Не знаю, как это называются они. Ну, очень хорошие. Вот смотрите, я их поближе вам покажу. Вот. У нас в Воронеже тоже такие растут. Они сами размножаются вообще-то. То есть вот сюда залетела. И вот. Так-то здесь вот видите, ведь газон весь подстригают постоянно. Ну, еще он вот выгорел на солнце. Вот, а это вот если залетело сюда. Вот они, видите, вот их вот. Вот здесь находятся семена. И все, разлетелись ветром. И вот это наш дом. Вот он. Видите, девятиэтажный. Вот. Вот здесь вот я и живу. Улица проспект Буденного, дом 28. Район Соколиная гора. Полиция тут кому-то приехала. И вот это вот наш дом. Их девчонку посадили и увезли. Вот, а это вот наш дом. Я живу здесь, на третьем этаже. Вот в этом доме. Вот здесь вот этот вот дом. Тоже высотка. Из 15 этажей и 16 этажей, 12 этажей. Тут он такой разноплановый. Вот это вот детская площадка, которую я вам уже несколько раз показывала. В окно видно. Вот здесь вот такие вот люди живут. Они, смотрите, у них все время горит свет. Хоть днем, хоть ночью. И вот этот вот свет, он как бы, не знаю, там, может быть, это для растений. Видите? Но я еще его снимала зимой. Я думала, что это для новогоднего такого какого-то. Оказывается, нет. Это не для Нового года. Это у них так. Он постоянно горит, вот этот свет. И вот наш подъезд четвертый. Причем вот в нашем подъезде живут вот эти люди, ветераны. Вот видите, табличка висит для ветеранов. Я вам сейчас могу ее показать поближе. Я думаю, что в этом ничего такого нет. Вот, YouTube меня не заблокирует. Вот, ветеран Великой Отечественной войны. Живут в нашем доме. Помним, любим, гордимся. Вот. И вот здесь вот 61 по 80 квартиру. Ну, номер квартиры я не буду вам называть. Поэтому приходите, звоните, я выйду вас встречу. Если даже хотите посетить мою квартиру, то приходите. Предварительно напишите мне. Вот этот кот за мной бегает постоянно. Любит меня. Вот этот кот черный. Ну вот, видите? Ну, вот так вот все. Вот так вот.